наверное. Сейчас будет избиение младенцем, так неинтересно. Да потом настоящий футбол сыграть хочешь. Что, будем нормальную команду выбирать? Может, Локомотив, Локомотив? Я не имею права, понимаешь, позор. Локомотив, да? Я за Челси. За Челси? Ну, это сбавались. Это пас, это удар, это пас-разрез. Вот эту клавишу с каким-то там ударом или пасом, то он там делает там типа пас пяткой, там удар пяткой. Это че, слишком. Можно поменять схему, можно игроков поменять. Ты будешь менять схему? Ком ты поставил, как я имею право поменять? Смотри, заменить игроков. Чем? Не с таким составом ставить чемпион. Ну, ты готов? Нет? Талант, погнали. Позавчера, по-моему, пересматривал фильм, самый лучший фильм, помнишь? Да, да. Поколение, выросшее на нашей роще. Сколько тебе там лет, получается, было? Так, не отвлекай. Что, у меня есть шансы в киберфутболе? Есть. А если я выбрал Локомотив? Радовался бы, если я сбивал. Финиш. Второй матч. Потому ты всем рассказываешь, что если чего выбрал. Так верить не будут, что самое главное, представляешь? Скажут, что это не ты. Мусковая копия. Везли из музея. Тюссо. А что, уже там стоит твоя копия? Зашел, поставил. Ну, это пока достойно. Не видели охранник. Тебе ты еще не дал издеваться надо мной, а? Да ладно, нормально, тебе что, спасибо за игру. Было приятно. Майковский новый. Что? Было приятно проиграть. В данном исполнении, наверное, первый раз. Последний раз в детстве. Даже не помню когда, поэтому что-то новое для меня. Или забытое старое. Ну интересно, но не мое точно, потому что уже другие интересы, я отвык от этого всего, да. Слушай, ну прикольно, конечно, это. Конечно, вживую, наверное, было бы веселее в футбол поиграть, но хоть в киберфутбольный с Дмитрием Сычевым сыграть тоже неплохо, я считаю. Я рад, что, так скажем, задавал вам вопросы, познал много интересного. Просто, что на ум приходил, то есть, был экспромт. Прикольно, мне понравилось.